Друзья, привет! Новые кадры и новые теории появляются из Крокуса. И интернет просто порвался от этих скриншотов с видео. В прошлом ролике я уже рассказывал о том, что в зале было как минимум пятеро подозрительных людей в синем. А это выглядело и правда странно. В таких событиях всегда бывает очень много странных моментов, которые, соответственно, за собой влекут разные догадки. Вот смотрите внимательно, помните вот этого мужчину? Пользователи соцсетей, даже крупные журналисты и блогеры заметили интересный момент. Вот он, этот человек. Сидит в зале, а вот он якобы уже ловит подозреваемого и ведет его. И внезапно люди разделились на два лагеря. За эту версию и против. Аргументы сторонников «за» приводятся такие. Этот мужчина очень сильно похож, и это видно на нескольких ракурсах. Это правда очень похож на первый взгляд. Многие пользователи цепляются за деталь «часы на руке». Здесь сразу стоит сказать, что часы вообще не доказательство, у нас огромное количество людей в стране носит часы. Противники же версии показывают другой скриншот, где на кадрах погони, а там было два видео, видео с погони и видео уже с непосредственно задержанием. И у него якобы там же борода, а у того, кто сидит в зале, бороды нет. И вот присмотритесь внимательно, если прям внимательно посмотреть, становится понятно, что это не борода, что эта маска сползла с лица, ибо борода не может тянуться до затылка. Но есть большое но. Дело в том, что на записях, которые чаще всего гуляют по интернету, там смещены пиксели, они очень плохого качества. Вася скинул Саше, Саша скинул Диме, а Дима скинул в какой-нибудь чат, где опубликовали это. Кто-то наложил сверху водяные знаки, теряется куча информации из самого видео. И поэтому создается такой эффект. Так что все же видно, что это маска, но. То, что люди в зале похожи на эшников, причем двое это прям чувствуется по многим признакам. И что эшники и правда, скорее всего, были в зале. Это один момент. Но несмотря на все аргументы в пользу того, что это один и тот же человек, и даже анализ нейросети показывает, что совпадение 80%, это вряд ли один и тот же человек. И видео слишком низкого качества, и некоторые не очень порядочные люди еще пририсовывают разные шрамы и так далее, чтобы казалось более похожим. Но здесь стоит поделиться секретом. Написали мне люди, которые знают этого мужчину, а его узнали на кадрах. Ну и мало того, ТАСС, он дал еще небольшое интервью. ФСБ, как и к любой другой силовой структуре, никакого отношения не имею. Работаю в строительной фирме, абсолютно другая направленность. Что касается нашего пребывания, ну, мы там были с дочерью, пошли на концерт, на третьем этаже, на балконе места у нас. То, что сейчас про меня там всякие картинки рисуют в интернете, ну, это, конечно, подло, нагло и, в общем-то, мне даже комментировать это как-то смысла не вижу, потому что, ну, не понимаю, какими словами можно всю эту чушь комментировать. Как я уже говорил, то есть сначала там из зала раздавались, ну, голоса о том, что это хлопушки, петарды, но стало понятно, что это совсем не так, когда люди начали забегать из пола, соответственно, в зал, и этих людей мы уже видели, и женщины в основном кричали. Понятное дело, говорили о том, что там идет атака террористическая, или, в общем, что люди с оружием, в общем, стало понятно, что это совсем не выстрел. Ну и вдобавок подписчица написала, которая через знакомых знает этого человека, что да, действительно, вот те люди другие, которые также есть в кадре похожи на эшников, но что именно вот этот мужчина работает не просто в строительной компании, она еще и пояснила. Это начальник отдела комплектации и логистики ПСМК компания. И он уволился оттуда вместе как раз с ее знакомым 2 недели назад. Но с другой стороны, нашли другого человека. Нашли по фотографиям соцсетей, и он очень оказался похожим на человека, который участвовал в соревнованиях в Сосненском спортивном центре. И пишут, что прямо там недалеко находится штаб-квартира службы внешней разведки. Опять же, и эта информация требует подтверждения, но и по прическе, и по ушам, и по телосложению. И в целом по лицу вот этот мужчина очень похож на того, который держит грамоту. Так что если с первым более-менее все понятно, то с остальными вопрос так и висит в воздухе. Но, впрочем, судите сами, может быть, я что-то не заметил. Пишите в комментариях, какие детали вы еще увидели. Но зато Лукашенко здесь опроверг вранье пропаганды. Вот это очень интересно. Батька проговорился. Пропагандисты в один голос с Путиным кричат, что вот этот самый Рено с подозреваемыми двигался в сторону Украины твердо и четко. А Лукашенко подтвердил слова посла, что они ехали в Беларусь, но потом, после определенных событий, они оттуда отвернули. Почему вы задают мне часто вопрос, в Беларусь они не могли пойти в Беларусь? Они, их кураторы, они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как Россия перешла в области на усиленный режим безопасности, так и у нас,
пограничное подразделение на границе, мобилизованы были, ну и части военных, мгновенно. Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели, поэтому отвернулись и пошли на участок украинской границы, украинско-российский. Сначала посол белорусский говорил, что подозреваемые двигались в сторону Беларуси. Теперь батька сам это подтверждает. Значит, посол точно не оговорился? Но виноват кто? Правильно. Ответ дают секретарь Совбеза Патрушев и Путин. Грузия, Украина. Значит, Украина. В этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве. Цель, как я уже сказал, посеять панику в нашем обществе. И в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно. Да, конечно, Украина. Все факты указывают на то, что нет, но все равно Украина. People's хавает. Мало того, вот что еще интересно. Журналисты выяснили крайне любопытные детали. Дело в том, что, оказывается, гаишники, вот этот белый Рено, начали преследовать под Брянском. И вот как раз интересный момент, что преследование началось до того, как они подъехали к развилке. Одна дорога ведет в сторону Беларуси, другая как раз в сторону Украины. Ну а потом уже, когда началась погоня, о чем можно говорить? В результате погони они вообще могли развернуться, поехать в обратную сторону. И что, какой вывод из этого можно сделать? Ну а вот вранье Скобеевой на тему произошедшего – это отдельный шедевр клоунского искусства. Если бы на ней не было сантиметра косметики, то от вранья бы уже давно красная была как рак. Скобеева рассказывает про момент задержания. Послушайте внимательно. Слезает преступник от таза. Чтобы его обезвредить, дерево пришлось вырубить. После задержанного отморозка передали сотрудникам МВД, но на западе работой наших спецслужб недовольна. Преступник, падая с дерева, мог получить повреждение. Возмущается, что с терактами, на руках которых кровь, 139 человек обращались недостаточно деликатно. С дерева он, оказывается, упал, поэтому он весь в синяках. А дерево пришлось срубить. Вот, посмотрите внимательно на фотографию. Это он сразу после задержания. Тут главное внимательно смотреть. А вот он же. Он же уже в суде. Между задержанием и судом прошло довольно много времени. Скажите мне, сколько раз уже после поимки он на дерево залезал и снова с него падал? Ну, судя по фотографии после, раз 15 точно. А еще об сапог несколько раз ударился при падении. Ну а с тем, что дерево срубили, его же не ФСБшники ловили, а дровосеки. Вот поэтому у них при себе топоры и нашлись, было чем рубить. Да и ФСБшники у нас с собой всегда двуручки носят, хускварны, топоры. Но в прямом эфире «Россия-1» пошли еще дальше. Гость передачи невероятно кринжанул. Если бы это был человек каких-то оппозиционных взглядов, то его бы уже закрыли лет на 7. Но в данной ситуации Россия даже в этом смысле, в исламском факторе, ну никак не может быть объектом даже для ИГИЛ. Мы как раз в этом смысле, вот общемировых геополитических и тем более в региональных конфликтах, здесь не только поддерживаем как бы вот все эти сегодняшние... ИГИЛ мы не поддерживаем. Не ИГИЛ, конечно. Презираем. Я имею в виду, мы в региональных конфликтах, мы понимаем, где кто есть. Мы прекрасно понимаем, где есть наша страна многонациональная. Если бы искривившийся Попов его не одернул, то стоит только догадываться, что мы бы еще услышали. Ну и после событий в Крокусе от СК и ФСБ просто посыпались видео с разными задержаниями. Сразу начали показывать бурную деятельность, активную работу. Начали задерживать комментаторов из соцсетей. Показывать, как они там с кем-то борются. Но самое интересное видео – вот это. Силовики задержали директора Департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России Игоря Хроновского. Задержали его в уютном кабинете и стали известны подробности обыска. У Хроновского изъяли, вот сейчас вдумайтесь только в цифру, около 3 миллионов долларов. На рубли сейчас это порядка 270 миллионов рублей. 6 премиальных внедорожников. На кадрах было показано вот то самое, честно нажитое, непосильным трудом, имущество. Насколько там еще миллионов долларов, а может быть даже и миллиардов, стоит только догадываться. И Z-патриоты в качестве аргумента о том, что Путин молодец, пишут. Но он же не будет красть. У него же все есть, его же всем обеспечили. Там все под контролем и на поверхности. Тем временем у ставропольского гаишника находят золотые унитазы. У директора вот всего лишь в СКФО. Это не депутат Госдумы, не член Совфеда. Это такой региональный чиновник. И у него находят столько бабла, будто он чуть ли не американский президент. Находят дворец, мешки с деньгами, машины на разный вкус и цвет.
Но вот у Путина всего этого быть, конечно, не может. Он же всего лишь президент страны, а не какой-то региональный чиновник, правда же? Четверть века борется с коррупцией, а Рублевку до сих пор бульдозером не сравняли. Еще одну чинушу задержали. В Москве задержали замруководителя ФТС Елену Ягодкину. Она подозревается в целом ряде коррупционных преступлений, связанных с вопросами товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин. И вот интересный момент. Мы с вами раньше удивлялись. Сейчас, конечно, уже не удивляемся. Что наверху-то многие как будто с ума посходили. Но там скорее не посходили. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Им, ворам этим, дают воровать. Все знают, что они воруют, и рука моет руку. И дают им воровать до тех пор, пока они согласны с линией партии и заглядывают дедушке в рот. И если он сказал, допустим, что все сделала Украина, то там хоть какие доказательства будут, что вот это прям 100% не Украина? То если дедушка скажет так, значит и они будут транслировать ту же самую позицию. А иначе, если не согласен, все цифры, все явки, все пароли в папочке. 15 минут и нет ни дворцов, ни яхт, ни человека. Ну и что, обязательно должна быть пара хороших новостей. Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых консолей в России. Z-патриоты сразу в комментариях заликовали. Наконец-то никаких PlayStation и Xbox'ов. У нас будут теперь свои скрепные, великодержавные. И тут же появляется новость. Оказалось, что более 50% процессоров Байкал оказались бракованными. Поэтому из возможных отечественных игровых приставок нас в ближайшее время ждут только... счеты. А я не прощаюсь.